квартирный дом, по сообщению, задымление в квартире. От спасотряда до горячей точки 7 минут. Включен спецсигнал, в руках рация. Статистика, она очень интересная вещь. Могут быть спокойные сутки, могут быть сутки, когда мы практически не приезжаем в подразделение. Реальный боевой выезд. Дорога в микрорайон Добрая. В одной из высоток возгорания. Ситуация под контролем Алексея Макарова. Он пожарный со стажем 30 лет боевой практики. Хозяин в адекватном состоянии. Погорела пища. Признаков горения больше. Ясно. Все, проверяйте водоисточник. Алексей Николаевич на выезде – это про четкие вопросы, молниеносные решения и титаническое спокойствие. Задачи бойцами отряда выполнены на отлично. Алексей Макаров гордится каждым, по-отечески ценит и бережет парней. Мы выезжаем на все чрезвычайные ситуации. Это пожары, дорожно-транспортные происшествия, аварии на ЖКХ. Ну вот сейчас выехали, улица Юбилейная, 60, пища на плите. Ну, слава богу, ничего страшного. Алексею Макарову чуть за 50. Его имя на билборде. Алексей Николаевич – гордость страны. Копилка его профнаград богата на знаки отличия. Наверное, проще затушить какие-то сложные пожары, нежели явиться за такой серьезной наградой. Орден мужества и медаль за отвагу на пожаре – самые тяжелые в карьере Алексея Макарова, так как про нечеловеческое мужество зимой 1994-го, когда работал сразу на 4 пожарах в минус 30, а еще про январь 2007-го, когда спас 2-летнюю девочку из горящего дома в Боголюбове. Она уже была без признаков жизни, у нее были уже рвотные рефлексы, тут изо рта пена шла. Это архивная съемка, в кадре тот самый ребенок. Сегодня Даша Кривошеине почти 20, а здесь она школьница. Пришла в гости к своим ангелам-хранителям в форме МЧС. Они сильные, храбрые. Они тебе жизнь спасли. Я им очень благодарна. В сгоревшей квартире Дашу нашли в одеяле. Она лежала с родителями, которые задохнулись. Владимирские пожарные совершили подвиг. Сердечко ребенка запустили сами. 21 января для Даши второй день рождения. А для Алексея Макарова и его команды лучезарная улыбка девочки тогда и сейчас – высшая награда. Своей карьерной точки роста я могу, конечно, сказать огромное спасибо. Это моим наставникам. Это Никонорову Сергею Владимировичу, Матвееву, Вячеславу Витальевичу Катину, Владимиру Ивановичу. Ну и огромное спасибо Павлу Александровичу Литову, который в меня поверил и дал мне вторую жизнь в пожарной охране. В надежных руках Алексея Николаевича не только жертвы ЧС, но и команда первого пожарно-спасательного отряда МЧС России по Владимирской области. Наш герой еще и помощник начальника, и оперативный дежурный. Работы много, но все успевает. Даже ходить в горные походы. Вот наш катамаран. Вот такое красивое место. Путешествует Алексей Николаевич по всей стране. Очень любит Кавказ. А еще Сочи. Совсем скоро он собирается на отдых в горы. Они для нашего героя путь к новым вершинам роста. И профессиональным, и личным. Но главное в жизни у Алексея Макарова есть. Это любимая семья и внучка Кира, которая ждет дедушку всегда из дальних походов и сложных боевых дежурств. Наталья Забнина, Владислав Панин, телеканал «Вариант 5».